Доброй ночи, это студия Рухаб, и ближайшие несколько часов мы проведем за Южной Америкой. Меня зовут Лекс, и мы смотрим за игрой Lava BestPC против команды Infinity. Lava занимает третье место в лиге в данный момент со счетом 3-2. Они идут, при этом команда, которая очень любит поиграть три карты, независимо от того, играют они с непростой командой или с аутсайдером. Но команда Infinity 1-4, у них ситуация намного хуже. Я бы сказал, что у них мотивация побеждать даже немного повыше, учитывая, что в случае поражения они спускаются на 7-ю строчку в зону вылета. Там был Рокс, почти гарантирована команда на вылет, но шансы у Белроксов еще будут, поэтому Infinity нужно побеждать. В случае поражения ситуация ухудшится и придется добывать очки уже в последних матчах. Тем более у команды Infinity будет матч против Белрокс. Если заберут здесь матч, то против Белрокс можно там уверенно... Можно даже проиграть и все равно остаться в комфортной зоне на следующий третий сезон DPC лиги. Вот, это я про мотивацию команд. То есть команда Lava, я не уверен, что они имеют реальные шансы на то, чтобы попасть на мейджор, потому что Thunder, Awaken и Бискост уже 5-0. Это супер фавориты. Это команды, которые почти не проигрывают даже карты. Матчи, понятно, у них ноль. Таблица висит. И фаворит в этом матче предсказуемо команда Lava. Наши друзья из компании Winline дают коэффициент в районе 1,3 на Lava. Ну и на Infinity там почти до 3 доходят цифры. Но я всегда... Всегда говорю это, я повторяю раз за разом, это Южная Америка. И учитывая, что только что происходило во втором дивизионе, кто перешел к нам со второго канала Рухаба, вам привет. Тут реально в какой-то момент может решить рандом, или какие-то очень странные действия от какого-то игрока конкретного в выигрышной ситуации, поэтому я бы не спешил с выводами. И как я сказал, Lava BestPC команда нестабильная. Команда, которая пока, я вот за ней слежу на протяжении этого весеннего сезона, не показывает сверхрезультат. И не знаю, странно это или нет, потому что, напомню, эта команда бывшая Thunder Predator. Это команда, которая была на International 10. Это команда, которая не выиграла ни одной игры в групповой стадии. И покинули они ин 17-18 места и заработали ровно 100 тысяч долларов. Перуанцы, которые сейчас переживают не лучший этап карьеры. Потому что теперь они на мейджор, ну, во всяком случае, в этом сезоне не претендуют. Но они претендуют на DPC очки, в конце концов. Третье место — это 160 очков, четвертое — 80, пятое — 40, а с шестое, седьмое, восьмое очков не дают. То есть ты должен хотя бы заработать место повыше, забрать побольше DPC очков, и там рассчитывают в следующем сезоне, что получится попасть на мейджор. И суммарно очков может хватить для того, чтобы попасть на инт напрямую. Ну круто ведь звучит. Это же совершенно другие расклады и мотивация. А по призовому там разница в $1000 между каждым местом. То есть не сказать, что это, если разбить на всю команду, существенно. Битва за DPC очки идут. Сейчас исключительно за DPC очки, потому что команды, которые проходят на 100 голь мейджор, они играют в формате инта. То есть у нас не будет больше плей-офф команд, у нас не будет команд групп стейджа и вайлдкарда, у нас будут команды просто в группе. Поэтому первое место, второе или третье... Ну окей, первое и второе в случае с Южной Америкой, неважно. Все только решается в DPC очках в этой лиге. Ну, давайте мы перейдем к драфтам, которые, кстати, уже подошли к логическому завершению. Марс, Лешрак, Феникс... Бивер и ЕС от Lava BestPC. У Infinity Windranger на первой стадии появилась. То, я вам скажу, необычно. Появляется Тимбер, Undying, Queen of Pain и Темпларка. Очень-очень такой необычный набор коров. При этом это, я понимаю, Windranger позиции 4. Посмотрим на билд. По правде говоря, вспоминаю Windranger позиции 4 по ситуации. Бывает, что игра так прет, то можно даже выходить в вот такой вот билд четверки через Майлштром, начиная от Джавелина, и быть убийцей.
Ну, а может быть и альтернативные варианты, там урну покупаешь, Solar Crest, какой-то форстаф, вот что-то подобное. Ты дизейблер, у тебя хороший нюк, и ты максимально апаешь своего кора, там вот этими медальонами и прочим. Ну да, я еще раз позиции сверил. Пэмплона на четвертой позиции играет по команде Infinity. Что вы от меня хотите? Так, ну и как я понимаю, от Лава BSPC это Вивер Кэрри. Это Вивер Кэрри. Что, в общем-то, нередко сейчас, да, чего удивляться. Это Вивер Кэрри, мне кажется, вообще хорош, особенно против героев по типу Виндрейнджер. Ты от шиклшота можешь очень быстро ускользать. По сигнатуркам уже, конечно, что не игру смотрим. Уже игроки на своих прям супер... На своих супер сигнатурных героях. Темпларка 30-я против двух героев 25 уровень плюс. По Тимберу тоже уровень должен быть хороший, просто дота плюса нет. Ну, короче, ладно. Я уже говорил, что на это обращать внимание смысла нет. Только что на 30 уровень, наверное, еще можно как-то отмечать. Это все же прям очень много игр нужно накатать. Лекс под пивом? Нет, Лекс не под пивом. Лекс просто очень мы долго ждали эту игру. Я не думал, что буду рад начала игры в Южной Америке. Но я правда рад, что мы дождались в 3 часа ночи. Ночь, которая плавно будет переходить в утро. Как будут убивать Тимбера? Слушай, ну, мне кажется, с Тимбером проблем тут не будет. Тут очень много магии. Мне кажется, один лишь рак — это уже убийца Тимбера. Застанет. У тебя же по факту паник, и магический паник, урон паник. Есть. Чистый урон есть. Ну, Тимбер тоже это понимает, что это ЕС. ЕС потенциально с каким-то вейлом может оказаться. Вот этого лишь рака, который наносит урон магический. Так что, да, Тимберу придется уплотняться. То есть, реально, там, худ. Посмотрим, может быть, Юл какой-то. Ну, Юл мне не очень нравится против Марса, против Лишрака. На себя активировать его очень глупо. Посмотрим. Но на линии это правда. На линии непонятно, каким образом вообще можно Тимберу помешать. Будучи Вивером и Фениксом. Так, ну что, Queen of Pain, Shadow Strike появляется. Вообще, сейчас такая ситуация опасная, да? Блинк отсутствует у Квапы. И если Лео Стайл случайно под молнией разыграет стан, то Queen of Pain отвалится даже с фейриком. Я в этом не сомневаюсь. У Лишрака, кроме нюков, так и урон руками мощный. Что-то у Пи. Там вот, может, крипа заскримил, я не заметил. Окей, вернемся к этой линии попозже. Либо если будет момент с попаданием стана. На топе ломается линия Undying. Тут еще и дает битву. ЕС добивает пока только одного крипа. Добивает курьера, который просто шел только к Марсу. Жестко. Undying разрулил ситуацию. Для темпларки здесь я пока не вижу прям легкой прогулки. Посмотрим, будут ли изменения. А в целом получилось, что Undying против двух силовиков. Ну, халява. Повезло. И каждый день получается здесь Undying, и чтобы два силовика по итогу на линию к тебе пришли. Поэтому с Double DK можно выписывать. Тяжело. Разводят. Но сейчас можно. Да. Подставились ребята. И пока Марс тут ЕС бегают бесполезно, Темпларка начинает бить крипов. Пока много денаев Лишрака из интересного. Но Queen of Pain ресурсы восстанавливает. Играет все еще без своей второй способности, но Shadow Strike, понятно. В приоритете ты и реген получаешь, и Лишраку неприятнее.
Продолжается ломание линий бесконечное. Это тот Паркер, который играл за ESG? Ну, похоже на то. Я не знаю, кстати, хороший вопрос. Ну, бэтэк. А, по правилам DPC лиги игрок из второго дивизиона может играть в первом. И игрок из первого дивизиона вроде как может играть во втором, но вот в этом не уверен. Но то, что со второго в первом играть может, несомненно, может помогать. Хотя, мне кажется, тоже это такое правило очень странное. И какие-то личные интересы можно преследовать в этой ситуации, но похоже на то, да. Похоже на то. Тоже, честно говоря, если это реально он, три карты. Третья карта, вторая карта. Тяжелые такие, длительные получились. Не знаю, насколько это для Infinity хорошая новость. А я-то думаю, что игра еще стартовала, знаете, с таким небольшим дилеем. Возможно, у Infinity были проблемы с кэрри. Может быть, конкретно на эту первую карту. То они не нашли игрока. Кстати, оценю сейчас. Ну да, да, да. Игрок же Rises играет в команде Infinity на кэрри. Мы его здесь не наблюдаем. И мы не наблюдаем, кстати, ФБ. Пятая минута игры пошла. Я на нетворсы перейду, пожалуй, уже. Слишком много курьеров теряют игроки. Добавляется золотишко, которое нам в крипстат не показывает. Вивер первый. А, на удивление, Тимбер не так сладко себя на линии чувствует, как я ожидал. Ну а Виндрейнджер пока не... дает вообще никакой угрозы. Ни для Феникса, ни для Вивера. Как-то прям слишком комфортно. Даже Феникс стоит тут, разменивается. Ну, понятно, по золоту Феникс, ВРК на уровне идут. Что тоже нехорошо. В USN ситуация получше. Ага, ну конечно. Конечно, сейчас. Конечно же, ЕС пресекает попытку сделать стаки. Ничего здесь застакано не будет. Have a little humility. А стаки тут, конечно, есть кому фармить. Темпларка, Клопа. Да, в общем-то, даже Тимбер может фармить. С ультимейтом, с Тимберчейном. Я чувствую, как с каждой минуты у меня почему-то начинает закладывать нос. Извините, если буду немножко в нос говорить. Форс сегодня был освобожден от работы. По моему решению. Ну, так как он мне помог до этого, я его решил отправить отдыхать. Он обязательно в записи пересмотрит этот матч и потом мне расскажет свое мнение по поводу игры наших уважаемых игроков. Извините за повтор. И, естественно, по поводу моего комментария, насколько аналитика верна или нет. Это узнаем. На часах уже 6-я минута. Подходит к своему завершению ни одного фрага. Я бы сказал, реально, даже точнее, ни одной предпосылки. Ну, может быть, вот она. Может быть, вот он, первый шанс. У Лишрака ультимейт появился, и ФБ есть. Забирает Queen of Pain руну ускорения. Подлетает Феникс, и Queen of Pain понимает, что лучше руну активировать. Может быть, даже нажмет Соник. Стики, Фейрик. Фейрик первый пошел. Стики остаются. Так, что-то по урону от Соника у нас... ну, хватает уже, можно жать. 310. 310, не жалеть. Не хватило двух Фейриков. Стики бы здесь ситуацию не изменили. Феникс бы умер бы не от Sonic Wave, так и от Тика Shadow Strike. Один-один. Вивер первый. По нетворсу пока. Ну и пока Вивер первый по нетворсу, я вам напомню, что вы можете посмотреть коэффициенты на этот и не только на этот матч на сайте Винлайна. И также забрать бонус на 2000 рублей на первую ставку. Подробности по трансляции, там баннер и очень все подробно написано. Заглядывайте, изучайте. Смотрите. Да, такой небольшой эмоциональный взрыв на миде. И дальше снова затишье. На топе, я думаю, есть смысл ожидать попытку сделать фраг. У Марса появляется ультимейт, как-никак. Ну, или увидеть Марса на другой линии. Или к Марсу придет какой-то плюс. Ну, под арену, наверное, разыграться-то хочется. Тамба. Мгновенный телепорт. Соника нет. Франк эту инфу имеет. И улетает Франк. Очень много стаков. Да, что-то лава проконтролили, но какие-то стаки остались. А
Атака на центре на Тепларку. Тепларка без маны. Есть телепорты. Ловушка взрывается. Паркер несколько секунд пожил. Хороший шекл, кстати. И может сделать мощный ответ. У Лео Стайла ресурсов мало. Но и остановить Лео Стайла больше нечего. Прыгает Финн в пин дальше. Есть у Лео Стайла стан. Но он его даже не пытается дать. Да и, наверное, бы не успел. Остановился, пока замахнулся. Все равно получил слишком много ударов. Связка ЕСа. ЕС. Нет смысла продолжать тут преследование. ВРку, естественно, он отпускает. Вивер 4000 золота. Но скажу вам честно. Честно вам скажу. Я в Гэри Вивера не верю. Вот в этом у меня есть небольшие сомнения. Я верю в Темпларку Кэрри, а Вивера вот там, на минуте 40-й я просто не понимаю, будет ли он опасен реально. То есть какой-то шальной шеклшот. Этот жук очень тонкий, его просто развалит на раз-два. Лешраками, да, Марса, да. Но вот с Вивером пока все хорошо. Он ускоряет свой фарм Мейлштромом. И пока вообще в игре не появляется. Но даже сейчас 67 крипов. Ларка выфармливает теншн до 75. Сейчас вот тут под 80 будет плюс. Попытка атаковать Квин оф Пэйн неудачная. Но по Нетворсу видим, что Марс, конечно, ощутимо меньше понафармил, чем Тимбер. Ну и понятно. Я вот в какой-то момент видел, что у Тимбера наблюдались проблемы, но они очень быстро исчезли. Пассивка стала третья. Потом четвертая. Появился Хут, и оказалось, что вот этот жук, он... Ну, он Тимбера вообще не убивает. Нужно больше магического урона. Тут нужен Monkey King Bar, чтобы еще этот магический удар добавить. И тогда все это может быть в сумме даст необходимый эффект. Но по факту Тимбера убивать должен не Лишрак. Это уже в чате кто-то написал. Ой, не Вивер. Это должен делать Лишрак, Феникс. Ну, короче, все, кроме Вивера. Вивер Тимбера не убивает. В этом плане Урса, конечно, был бы вариант намного. Намного вкуснее. Да и не только против Тимбера, и против Андаинга в какой-то степени. Ты тамбу разрушаешь, и Рефракшн сбиваешь очень быстро. Но выбрали лава именно Вивера. Атака в миде. Тимбер. Варенье. Копье. Санрей. Очень много вваливают урона. Он нажимает кут, нажимает стики. И вот тебе на. Он переживает этот урон весь. Нужен Вейл. Нужен Вейл с таким количеством магии. Вейл крайне необходим. ЕС можно задонайть. ЕС, да, его нужно донайть. Он не переживет этот урон, парни. 70. Или переживет. Не, наверное, слушайте, переживет. Стики появляются у него по варшот. Не точно. Очень близко было, но... ЕС успел нажать болдер. Потеряли по итогу квапу. Она умирает прямо на фонтане. Это даже, наверное, хуже, чем смерть Тимбера какая-то. Мне кажется, квапа это фракта поценнее. По итогу оказывается для команды лава. Ну такие качельки. Качельки. Преимущества ни у кого нет. Хотя, казалось бы, по мнению Винлайна, команда лава явный фаворит. 1-3. Это прям супер фаворит. Это такой, посмотришь, скажешь, ну это тут смотреть смысла нет. Это 2-0. Ну, может быть, 2-1, но маловероятно. А тут я так смотрю. А почему Infinity? У них драфт еще не должен себя раскрывать. Темплар Ассасин герой, который еще пофармит. И после дезорки, может быть, еще и БКБ захочет купить. И только тогда выйти. А тут БКБ нужно купить. Чтобы комфортно себя чувствует. Вообще, при покупке Блокинг Бара все поменяется. Потому что как убивать эту тупларку будут, не совсем понятно. Атакуют ВР-ку. Интересный был план. Верка в итоге просто на виндране уходит стан совсем мимо. Квин в ожидательной позиции. Пытка ее убить. Магнитай, Сайленс. Но урона много, да. Да, да, конечно, она умирает. Этот
Магнетайза. Фокус Файр. Тимбер обрывается. Вивер не стоит здесь оставаться. Вивер не боится? Не боится. Таймлапс в запасе. Таймлапс же нажмет в любой момент. Станов тут просто никаких не имеется. Шикучи откатывается и... Таро. Таро без проблем. Явно без проблем уйдет. Ну окей, сейчас таймлапс вынуждает Тимбера нажать. Там на топе какая-то атака на Темпларку. Давайте на этот момент переключимся. Арена плюс яйцо Феникса. Яйцо сейчас взорвется, оно попадает по темпларке, и от Мелда эффективности никакой. Может быть, Sonic Wave спасет? Sonic Wave нет. Но он бы спасал бы ситуацию. И здесь, кстати говоря, бы Феникса убивала бы Квапа. Ну, как-то не хочется. Не хочется, жалко, там ведь не 310. Я чё? А, ну... Да-да-да, окей. Чё ж урон не увеличиваю, извините. Я из 2000... 21-го. Потеряли на миде лишь рака, между прочим. Вот. Пока на топе вот это веселье было, потеряли своего лишь рака. Отказываются покупать себе Юл или БКБ, пока Бладстоун. Но тут, конечно, тоже надо будет. Ну, хотя, чё? А чё БКБ? Что БКБ тут даст? Принципиально-то это не... Ни первый, ни второй слот. Если так посмотреть. Магии-то не так уж и много. Которая БКБ не пробивает. Трекл, Тоник. Ну, окей. Ну ладно, ладно. Тимбер. Тимбер это такой. Тимбер такой просто неприятный, конечно. Но потеряют лава мид прямо сейчас. Смотрите, что. Да, казалось бы, ну, наверное, лишь рак должен сам спушить мид. Не допушил, не успел. Только одну башню запушили лава сами. У Марса до сих пор нет блиндайгера. Тимбер становится все заряженней. 900 у нее на творс, у Марса 5100. Виндрейнджер, позиция 4, посмотрим. Пока хочет дофармить. Вообще, блин, прям золотом. Так. Блинк первым слотом. Да, да. Пока Франк вообще... В целом, скажу так, своей команде труинит, потому что от него очень мало импакта, как от позиции 3. А именно здесь он должен играть ключевую роль. Может быть, появится блиндайгер и ситуация изменится. Но пока команда страдает очень сильно. Лео Стайл ломает последнего зомби. И его, возможно, даже не догонят. Да, но Эрспирита. Эрспирита ситуация тяжелее. Вот закрывается со всех сторон. Удар с Мелда долетает просто на расстоянии в 1000 единиц. Местных. Я бы сказал, что лава начинает терять контроль понемножку. Виверу становится тяжелее. Вивер уже не, ну, непонятно, опять же, в кого он в драке готов убивать. Быстро. А вот темпларка, смотрю, да, страшновато выглядит. Темпларк страшновато выглядит. Имбер. Папа. Ну, сейчас докупит Сэндж, как минимум плотность появится. И то даже без Сэнджа. ПТ на интеллект, и то 1400 хп, и 13 брони. Это очень комфортное количество, чтобы там от одного врыва Эрспирита уже не умирать. Ну, Вивер и Эрспирита представим, что они вдвоем ворвутся. Ну, вроде вот Марс блиндайгером. Да, он не знает, что за ним тут охота настоящая. Но если заберут лава Т2, то это было бы достойно. Это был бы реально сочный размен. При условии, что Инфинити не заберут ваш Т2. Но крипы закончились. Ребята глиф не нажали, крипов своих не засейвили. В итоге просто отступают. Сами начинают терять башню. Без Марса здесь драться тоже вроде как не вариант. Но остается вот этот драгоценный глиф в запасе, который можно использовать на руку. И выиграть вот это время до появления Марса. А в этот момент и... Окей, мид уже запушен. Все, под Марса. Под Марса идут. Инфинити сейчас могут проиграть. Вот этот момент. С другой стороны, темпларка заряженная. Темпларка сейчас сильнее Вивера при одинаковых нетворсах. Но просто... Герой намного эффективнее в драках будет. Тимбер. Под жуком. Жука бить Тимбер не умеет. Выходит лишь рак, ловит шекл. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же быстро его за один шекл уничтожили. Сайленс на квапе.
Вапан нажимает блинк, да, одного сайленса, как я уже отмечал ранее, просто не хватит. Погоня за андаингом. Ну, Лишарак, не знаю, может быть, вот этот билд все же не то. Бладстоун, 550 здоровья, 550 к мане, 25 к вампиризму заклинаний. И Вивера за шекл Sonic Wave убивает. Пауэршот, вот тебе на, а. Виндрейнджер пост 4 прям душит. Хотя я говорил, что Вивер это хороший ответ в целом. Потому что Шикучи нажал и вроде тебя и за шекл шотить. Но при условии, что нет бардов. А тут оказалось, что и Сентри, и Опс стоял. И раскрыться просто не мог. Сэншкая. Вот Сэншкая тоже вариант, мне кажется, был бы для Лишрака не такой уж и плохой. Если какие-то шекл-шоты душат. Линка уже выглядит неплохим вариантом. Падает Рошан. Тимбер танкует, Темпларка бьет. Ну все по канонам. Врывается на Феникса через шекл. Блинк или наоборот. Точнее, буду сказать, умирает Марс. Также быстро, да. От Франка просто ужасная игра. Просто ужасная игра. Что, пик с Вивером начинает разваливаться? По всей видимости. Ой, тут еще и Яса ловят. Ес, умирает, похоже. Вот тебе и Южная Америка. Какие фавориты, о чем вы? Ну, команда Infinity, я бы сказал, что у них мотивации чуть больше. Они прям... Они прям борются за жизнь на селиге первого дивизиона. Им очень нужна победа. Ну и с таким драфтом. У них есть все шансы. Тем более, как я говорил, Лава это, ну, во-первых, это команда, которая три карты играет традиционно на этом турнире. Ну и во-вторых, Лава это, в принципе, команда на этом турнире не очень стабильная. Не очень. Были бы они стабильны, они бы там боролись за двойку на попадание на мейджор. А тут... Если так все пойдет дальше, и представим, что команда Лео Стайла займет там четвертое или пятое место, я думаю, что будут перестановки у перуанцев, нужно будет что-то менять после Интернешнала. Удивительно, что команда ничего не изменила, кроме никнеймов на двух позициях, но изменения будут нужны. Рейнджер в этот раз пытаются ее подловить. Вроде как ловят. Ну, двух саппортов убили. Ну, тут саппорта отыграли вот так вот. Я бы сказал, неудачно. Неудачно. Нужно собраться Марсу. Нажали смоу. Идут в Аегис, но они знают, что они в большинстве. То есть потенциально они понимают, что Темпларку можно и два раза убить Темпларка. Блинк есть. Очень много ловушек стоит. Поэтому тут, я думаю, разыграть получится. И Темпларка почувствовала, что фармить в этой точке больше нельзя. Вроде как смоук не был развеян, но просто вот... Просто Паркер получил информацию или от тиммейтов, или сам почувствовал неладное. Тысяча. Тысяча перевес за Infinity. Но такое ощущение, что они ведут уже 10. Вот учитывая, что они на карте делают, учитывая, как они играют и как Лава играет с другой стороны. Это high ground. И это уже там не 3 игрока на карте, это Infinity в полном составе. Ну да, они, естественно, фейковали. Естественно, они сейчас не могут прям сойти и запушить. Потому что реального преимущества, как мы уже отметили, у них все же 1000, а не 10. Ну, они фейканули, кого-то сюда сместили. И в конце концов Т2 упал на топе. Могут перейти на мид. Надо только дождаться крипов. ПКБ у Темпларки. Ну, джентльменский набор готов. Готов, притом тут еще и лишние предметы.
Witness в наборе. Короче, много. Много чего темпларка нафармила уже. Иверс Кади. После Майлштрома, Драгонленса и БКБ. 19 уровень при этом у него. Лишь Рака, дальше БКБ. Но все же Лео Стайл решил, что Шакалшот и Тимбер этого достаточно, чтобы все же купить. Ну, окей. Марс продолжает умирать. Продолжает, давайте говорить по-другому, фидить. Франк 4 смерти, ни одного убийства нет до сих пор. Так что это фид. Они умирают там случайно. Прыв на Феникса. Удар с Мелда. И минус Феникс. Я не вижу команду Лава на карте. Они играть-то планируют? Или Вивер... Я не верю в Вивера, это пункт Б. Ну, не раскачает он всю карту здесь один. Он не выиграет эту игру. Ну, в конце концов, представим, что кроме Шеклшота, в какой-то момент Темпларка в такой вот игре можно придумать какой-то хекс. Ну, ты просто берешь, покупаешь хекс там пятым слотом. Врываешься в Вивера, нажимаешь хекс, его убиваешь. Ну, это же, по-моему, легчайший способ победить. Здесь что тогда? Что тогда Вивер будет делать с своим блокинг-баром, там, с Кади? А вот за его, за хекс могут убить. Тимбер уходит из арены. Верка спускает ветер, убивает ЕСа. Пауэршот неточный. Вивер нажимает БКБ, убить пытается хотя бы Тимбера. И убивает хотя бы Тимбера. Лео Стайл нажимает стан, но отступает. Очень ему страшно. Врывается Темпларка следом за Марсом. Нажимает БКБ. Под Санреем не хватает урона. Пропадает Аегис. Тайминги врыва от Паркера не самые удачные. Но и благо противник гнаться уже дальше не может. Убили Лео Стайла. Потеряли Тимберсоу. Реализация Аегиса удовлетворительная. Забрали Т2 на топе. Забрали Т2 на миде. И били снова мидера оппонента. 4000. Я думаю, мы... Даже не факт, что будем ждать следующего Рошана. Может быть, сейчас прямо и ребята от NextBKB будут играть просто. Но, естественно, ничего им не мешает дождаться Рошана. Дождаться Рошана. Пойти с Аегисом уже хайграунд бить. Yes, нашел Vision. За это наказан будет. Страшно. Да, видите, в Эрке ни о каком уроне речи не идет. Никаких там мейлштромов. Играем через блинкдайвер. Играем через Аганим Шар. Там, правда, вот этот Гейлфорс, его уже пофиксили в этом патче изрядно. Теперь способность имеет дальность применения в 1500. А раньше дальность применения была вся карта. Жми откуда хочешь. Но, окей, с другой стороны, уменьшили перезарядку с 40 до 30. Ну нет, ладно, это не так круто. Это типа улучшение, но улучшение такое. Раньше ты нажимаешь черт знает откуда, это было жестко. Теперь в Эрке нужно быть рядом. Хотя 1500 это все равно еще достаточно комфортно раньше использования. Пора нет. Этот придурок в курсе, что сейчас нет героя, который скачает всю карту. Один комфортно отстоит против Тимбера. Берки на линии при этом дальше не увидел. Но, слушай... Мне кажется, Урса это был тот герой, который раскачал бы всю карту, отстоял бы один и сейчас бы не проседал в игре. Я не помню, был ли Урса в бане. К сожалению, Модер, кстати, это сообщение забанил, я не увидел. Там дальше, видимо, что-то было. А что, Урса это не тот герой, о котором ты говоришь, который раскачал карту? Мне кажется, это вполне такой прям очевидный вариант. А последовательность драфтов надо смотреть, вообще этот фигер появился. Ну, этот фигер, по-моему, был достаточно рано в драфте. Поэтому... Трудно оценивать. Связали Вивера. Убивают ЕСа в этот момент. Парка рановато нажимает БКБ, но все ситуации Паркер не видел. Хотя как рановато. Команда решила не драться здесь. Андайнга отдадут. Минус Андайн. Овершот Феникса. Феникс тут все равно выживал бы. Хотят развернуться Инфинити резко. Папа еще остается с полными ресурсами. Соник остался. Соник уже третий. КБ. На БКБ. Соник Вейв. Очень больно к вапе. Секунда до блинка. Надо еще и руну иллюзии нажимать, не забывайте. Она ведь сбрасывает эффекты. Она ведь... дезориентирует противника. Не стоит. Не стоит этот урон ужалеть. Она очень в драке мешает. Понять, что происходит. Противник может и потеряться.
Да, вот такая вот, замена. Паркер из команды SG. В прошлом матче пришел и разваливает. 16 уже урона к дезолятору плюс. Тоже очень круто на 30 минуте иметь уже там плюс 16 урона. Дополнительно. Классно. И эта команда Лава чувствует. В ожидании Рошана. Очень важно Рошан. Это может быть как раз будет момент, когда комментатор заткнется. Потому что Лава смогут сделать камбэк. Как они к этому готовы? Ну, у Лешрака, кроме БКБ, все равно выживаемость низкая. Темпларк обрывается и тебя убивает, получается, относительно быстро. Вивер с Кади. Дальше хочет апнуть Майлштром. Окей, давайте мы... Ну, просто Атос юзла здесь, я... Ну, ладно, не то, что ю... просто тут два блокинг-бара на кор. Кого ты будешь атосить? Берка с блинкдаггером. Атос. За, если честно. То есть, достаточно дорогой предмет. 2750 плюс 700 на рецепт. Хочет ли Вивер это все тратить? То есть реально бы Албуроник подумал. Реально МКБ может быть, что магический ром появился дополнительно. Ну, тут... Ладно, не знаю, мне... Просто очень много денег тратишь, а сейчас каждая копеечка важна. БКБ от Квапы, чтобы спастись от арены Марса, размениваются кнопками, но блокинг-бары и арены Рошана уже не будут. Какое-то время, если вдруг Инфинити захотят Рошана забирать здесь и сейчас, то у них будет неплохое окно. Sonic Wave еще влили, он на самом деле уже был не нужен. Ларасаси нажимает БКБ. Телепорт на аванпост. О как. Марс выкупился, Феникс нажал ультимейтом реально почти без хп. И куда-то Парк улетел, извините. Да-да-да, на аванпост, все, все. Или на базу. Может, на базу улетел Паркер, я вот как-то... Аванпост за лавой, извините, да-да-да. Паркер улетел на базу. Это не конец, как же тут много ловушек, жесть. Это просто поле с ловушками. Очень тяжело тут драться, очень саппорты будут страдать. Пока убивает, правда, андаинга. Пока страдает андаинг, прежде всего. Окей, что дальше? Темплар Ассасин здесь нет, драться просто инфинити пока не хотят в этой точке. Но за Рошана драться, естественно, не будут. Окупается зомби. Вивер сам идет на Рошана. Вивер передумал вместо Глейкнера все же там какой-то сатаник. Ну, уже... Более-менее понятно для меня это решение. Удар Марса через Сильвер. Ставит Марс арену. Его убивают. Идет дальше. Queen of Pain. Избивает Феникса. Феникс сбивает себе все негативные эффекты. Нажимает Sunray. Убивает Queen of Pain. Выкупается Квапа. Но Лешрака уже потеряли. Ну и Вивер так нормально по паркеру бьет. Вроде как больно. Вроде неприятно. Да, могут убить Темпларку. БКБ откатилась. Паркер нажимает БКБ. Нажимает Мел на развороте, делает несколько ударов, пытается убить ЕСа, ЕСа убивает, Вивер остается один. Нет у него таймлапса. И нет у него возможности нажать кнопку какое-то время. Сайленс висит, и Вивер умирает, остается один Феник, который выкупается. Ох, ну да, такая прям мощная, мощнейшая драка получилась. Но в итоге сейчас Инфинити заберут все сливки. Берут Аегис, может быть, даже Квапе дадут, учитывая, что она выкупилась ведь только что. Не знаю, нет, нет, все же Темпларка слишком сильна, чтобы Аегис отдавать Квапе. Темпларка в драке больше сделает с двумя жизнями. Максимальное количество урона с дезолятора уже Паркер себе набрал. Ну да, Марсу пора пенный напиток оставить Франку и уже на вторую карту собраться. Я не говорю, что эта игра закончена, но если они не могли там 5 минут назад драку забрать, то почему они сейчас должны забрать, когда у Темпларки сейчас там плюс слот появляется, тир-1 слот. А Вивер по факту один, у Лешрака 0 слотов новых, у Марса, ну Марс это вообще типа, уже отметили, я отметил. Но слотов нет, урона нет. Форс тоже
такой себе, 11 тысяч уверки, 8 тысяч. Уверка сейчас себе купит айн-диск, и ты, получается, там не можешь разыграть арену копье, лишь стан лишь рака, потому что врубается диск. И Верочка начинает просто бегать по кругу, как ей захочется. Да, и Тимбер же еще бешеный. Нагоним. Нагоним шарт. Кастрюля это, да, заряжена. Заряжена урона много. Стойкости. Просто завались. Такает пассивка Тимбер. И парни уже с Аегисом заходят на вторую линию. Напомню, топ упал. Вторая линия падает. Свив блинк доезжает до Темпларки. Уровень 26. 7 рефракшенов у темпларки. Да есть. Того их 13. 13 зарядов рефракшена с топ-уроном 100. Ух. А тут ничего. Наверное, единственный герой, который качается нормально, это Вимр. Реально. Как-то качает эту карту. Ну что, у темпларки Dragonlance Aegis еще можно заменить. Я все еще говорю, что Hex это хороший вариант здесь. Такой финал. Финал игры. Просто купить Hex. Но я смотрю, Квапа покупает Hex, по всей видимости. Да, да, на Квапу это просто более понятно. Темпларку это реже, но здесь... Здесь это тоже будет отличный выбор. Потому что я пока не вижу проблем с уроном. А вот контроль получить топ было бы сочно. Врывается темпларка, там бэкдор был. Он отключается, и Паркер... Вот... Минус броней башни. Почти ее добивает. Глиф нажали парни. Поднимает темпларку в юл. Непонятно, правда, зачем все это. Тампа и начинают... Точнее, добивают Т3. Наконец-то господа из Инфинити. Врывается Квапа, пытается убить Феникса. Не успевает. Ветер пошел. Андайинг в арене под Санреем. Яйцо взрывается. Убивают зомби. Зомби, по-моему, после байбека был. Поэтому там какой-то штраф повисит. Но нужен ли здесь зомби сейчас? Ой-ой-ой, вы посмотрите на этот удар. Как же больно под Сильвером, под Рефракшеном. Просто минус пол лица с одного удара. Жесть. Больно-то. Лава не проснулись. Не знаю, у Лавы было много времени, матч задержался. Поэтому... Проснутся ли они вообще? Ну, проснутся, я говорю. Я эту команду помню. Они редко играли 2-0. По-моему, 2-0, если было, то они лузали. А так, чаще всего 2-1. Атакуют Паркера. Ну, Паркер с Аегисом. То есть его только если на фонтан вытолкать, и то его убить не могут, понимаете? Он все еще живет и живет. Ну, добейте его, наконец, добили. Но какой ценой? Феникса нет, 50, Марса 66, Паркер нажимает БКБ, нажимает телепорт. Вот это мне его стратегия очень нравится, он очень круто исполняет. Он как понимает, что шансы на драку невелики, он не жалеет БКБ и тут же нажимает ТП и уходит. Молодец, молодец. Хотя команда тут, похоже, готова была его поддержать конкретно здесь. Но линию он забрал, больше здесь оставаться смысла как такового и не было, и лучше уйти. Вот вы видите. О чем я говорю? Зачем думать о каком-то дополнительном уроне? Мы можем взять просто контрольный, финальный слот против Вивера. Ну и против Лишрака, но против Вивера прежде всего. Все, этот Джук, он просто не будет убегать от тебя. Этот Джук будет ловить Хекс, а за Хекс он умирает гарантированно. То есть единственный вариант, что он нажмет Шикучи и только тогда получит Хекс. Тогда получится убежать. Там вроде же ничего не меняли, правильно? Ну да, то есть там никакого пуржи нет от Хекс. Других вариантов просто не существует, их нет. Помощь от Феникса, ну, пока ждать не приходится. Ганим покупать навряд ли он будет. Жуку и так трудно. Да, да, но я говорю, Хекс это слот, который ставит точку. Ставит точку, я уверен. Хекс. Тоник, ну,
Ну, честно, скажу вам честно, убивали его долго. Но это КГ. Конец. Вернее, 90 секунд, байбека у него нет, он закупается в ноль, он купил себе сатаник только что. Соответственно, полтора минуты. Это комфортное время, чтобы сломать вот эти три штучки. Потом вот этот туалет, две башни, ну и... Сами понимаете, что еще. Хексу квапы. Два хекса. Можно принимать, знаете, хекс. Хекс на Марса. Марс КБ не жмет. И уже не нажмет. И уже не нажмет. КГ. Победа! Команда Infinity, команда, которая не является фаворитом, по мнению Винлайна, является аутсайдером, но при этом им очень нужно побеждать. И они это делают. 1-0 за командой Infinity. Прервемся на небольшую паузу, где-то 15 минут, и к окончанию драфта я подключусь к вам. Далеко не уходите, возьмите кофе и смотрим дальше за южноамериканской дотой. Тем более, учитывая, что тут постоянно вот эти вот какие-то невероятно южноамериканские качели. Ну, раз за разом аутсайдер забирает карту, а то и матч. Посмотрим, что будет дальше. Жду вас через 15 минут.